почтим память воинов, павших в бессмертном бою за нашу Родину, за свободу и счастье жить на этой земле. Минутой молчания. Приходите к памятникам солдатской славы, приводите детей и внуков, чтобы знали они о великом подвиге, знали и помнили. Здесь какая-то своя, существует какая-то дань нашему героизму, наших дедов, отцов. Здесь очень много учебных заведений, здесь очень много наших уважаемых предприятий. Здание, в котором располагалось год войны, военный госпиталь. То есть оно такое историческое, в общем-то, место, которое говорит о тех тяжелых временах нашей Великой Отечественной войны. И здесь традиционно собирается очень большое количество наших жителей Сергиево-Посадского округа. Сам по себе микрорайон Птицеград, он большой. Рядом очень много населенных пунктов, дел, деревень. И люди, школьники. Ну, в этом году немножко с ограничением, конечно, все проходит. А так я считаю, потому что я вот более... Уже 10 лет здесь провожу этот митинг традиционно вместе с Советом ветеранов Птицеграда, с ветеранами, с жителями, с предприятиями и учреждениями нашего микрорайона. Для меня очень такой, очень важный памятник на территории нашего Сергиево-Посадского округа. Я родилась в Птицеграде, и для меня это место считается в Птицеграде святым. Каждый год я прихожу сюда на возложение венков, и всегда мы теперь ходим вместе с моим сыном. Чтобы увековечить память о жителях Птицеграда, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и те, которые были тогда еще детьми, но были на трудовом фронте, детей войны. Многих уже нет среди них в живых, но память о них осталась.